Всем привет, меня зовут Влад. И сегодня мы соберем еще одну команду, она будет называться сборная Закавказья. В данную команду будут входить три основные национальности, это Армения, Грузия и Азербайджан. Давайте начинать с голкипера, это Роман Березовский. Вот, если кому интересно, все его характеристики. Ну а мы идем дальше. Этот парень с довольно-таки неплохим пейсом у нас становится на правый фланг обороны. Амин Ноури. Клуб Старт. Рейтинг 60. Первый грузин в нашем составе. Гурам Каша. Из клуба Витес. Эродивизии, то есть голландской лиги. Просто хороший грузинский защитник. Больше сказать мне нечего, поэтому идем дальше. Соломон Кверквелия у нас становится вторым центральным защитником. Вот статы Соломона. Дальше у нас идет еще один грузин, левый защитник. Белегу Флориан. Также довольно-таки молод и имеет большие перспективы. Выступает он во второй Бундеслиге за клуб Франкфурт. Опорным полузащитником у нас становится Квазашвили. Игрок одного и того же клуба, что и Каше, голландского Витеса. Вы можете взять как обычную, так и ТОЦ. Карточку Квазашвили. Валерий имеет довольно-таки молодой по меркам футбола возраст. 21 год. Играет он также за Витес, как я уже сказал. Ни одна сборка состава немецкой Бундеслиги не может обойтись без Генриха Мхитаряна. А сборная за Кавказью тем паче. Поэтому Генрих занимает свое место в центре поля, а точнее атакующего хава сборной Закавказья. Вот вашему вниманию все статы Генриха. Играет он за Боруссию с Дортмунда. Еще один хороший игрок. Это Жано Ананидзе. Вот характеристики Жано Ананидзе. Он у нас выступает в России, выступает за клуб Спартак Москва. Слева в нападении у нас располагается игрок сборной Грузии Торник Акриашвили. Торник имеет клубную прописку в Бельгии, в Пролиге, а именно в клубе Генк. Ну а мы идем искать правого нападающего. На правом фланге у нас расположится игрок московского Спартака Арас Асбилис, игрок сборной Армении. Вот статы Араса. Еще один армянин у нас занимает место в центре нападения. Это у нас Юра Мовсисян. Вот такая вот у нас сборная Закавказья получилась. Но на этом все. Всем удачи и всем пока.